Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Крикер Соленый, и Oceancraft, игрушка, в которой вам предстоит делать зелья, добавление ингредиентов в котел. Так, террария, две террария и два водоцвета. Угу. Перемешивайте зелье, чтобы создать какое-то зелье, действительно. На самом деле игрушка, ну, игрушка в раннем доступе, в ранней версии. Так что поэтому вот так вот. Нажимаем завершить зелье и получаем зелье, слабое зелье лечения. Итак, размалывание ингредиентов. Берем, кидаем все в ступку. И готово. Мы получаем измельченную террарию. Теперь делаем то же самое с водоцветом. Кидаем водоцвет в котел. А. Погодите, а так кажется быстрее он. А может и кажется. Ладно, варим. Получаем также вторую бутылку слабого зелья лечения. Сохранение рецепта зелья. Угу. Что мы получаем? Перемещение между... О! Торгов, я так понял, да? Да. Добрый день. Вчера на пирушке у друга я обжег себе язык горячей похлебкой. Так, ну, у нас ничего не остается по обучению. Давайте продаем за 10. Мой муж это какой-то хворый, а недавно ему стало совсем плохо. Давайте попробуем. Торг. Так, и... Выторгнуть более выгодную цену. Нажимайте на кнопку торг, когда стрелка находится на золотых бонусах. Получается, что смысл вот так. А, действительно. И получается, нам, по-моему, до 12 можно поднять, если тут плюс 2, если не ошибаюсь. Вот 11. 12 было уже. Ладно, продать за 12. Нехатка. Здравствуйте, у меня завелись мыши. Так, зачарованный сад. Собираем приготовление яда. Ну, давайте, в ступке сейчас измельчим террарию. Ну, это единственный, так скажем, ингредиент, который по логике, сейчас по обучению можно, типа, объединить. А я же хотел проверить. Точно. Вот она стандартная скорость какая-то. А вот так вот. Ну да, вроде что-то быстрее, фиг он знает. Так, сохраняем рецепт яда. Сохраняем. Идем продавать. Продается за 12. Плюс 2. Также. Продаем. Раз, раз. Оп. Уже 13 в это время. Так. Доторговались до 14, продаем. Быстренько пропустили ночь. Так, ну что у нас там? Кому что надо. Привет. Целебное снадобье. Это водоцвет. И террария. Измельчаем стопки. Ну вот, так вот она обычно движется. А если подогреть, она, по-моему, быстрее поехала. Так, все, делаем зелье, завершаем. Так, откроем книгу зелий. Слабое зелье отравления, слабое зелье лечения. Сварить. Серьезно, так можно было, что ли? Ладно. Так, нам. Давайте поторгуемся. Я промахнулся. Ну, на самом деле, достаточно интересная игра. В плане вот этого всего зельеварения, вот этого всего.
все. Добрый день, у нас в деревне еда. Пшеничные какие-то диковинные жуки. Так, это получается огнецвет. И, по-моему, да, террария. Подогревать надо, наверное, изначально. По крайней мере, так вроде быстрее. Так, все. Так, а у нас вот тут... Купите что-нибудь у торговца. У какого торговца? Ух ты. Выучите новый талант. Это как... Как все сложно в разработке, это тоже не то. Ладно, держим, сторгуемся как обычно. Вот сейчас я промахнулся и снизил даже цену. Поднимаем, получается, мы должны до 14. Опа, промахнулся. Да, эй. Ладно, 14 продаем. Так, не здоровится, держи. Ладно, не будем торговаться. Так, пришел и торговец. Привет, новые. Давай посмотрим. Цветы, травы. Давай посмотрим, что у тебя есть. Ну, у меня вроде все есть. Кроме... действительно, но у меня вот кроме вот этого нет. Давайте сторгуемся. И тут даже сторговаться нужно. Вот это прикольно. А вот интересно, когда мы будем готовить зелье уже такие более масштабные. Так, все, скинули до 55. Готово. Завершить дело. Мне нужен быстро действующий яд. Мне не нравится, как он говорит. Мне кажется, я потеряю репутацию. Вот у меня тут отображается репутация. Ну, давайте попробуем. Так. Сделаем это по книжке. Да, мы потеряли репутацию в минус 30. Огненное зелье. Ну, это, наверное, огнецветы вот эти, да? Огненные колокольчики. Яблоки. Так. Ну там вроде какое-то, я вижу зелье. Попробуем. О, действительно, огненное зелье. Так, давайте сторгуемся. О, тут даже до 20 можно сторговаться. Нам надо обратно восстанавливать репутацию, потому что мы ее потеряли во время того, как мы продали яд. Ну и совпадение. Мне начнется тоже сражаться с ними, но только огненным. Поводился, что может охладить пыл чудищем. Так, ну... Охладить... Наверное, водоцвет. Оп.
Сейчас мешаем. О, стоп. Это что за черепа? Скорее всего, вот на них нельзя залазить. Да, вода, походу, испаряется или что это? Тогда возьмем террарию. И еще водоцвет. Посмотрим, что из этого получится. Раз, раз, раз. Перемешиваем. Так, ну, тут что-то есть. О, даже второго уровня получилось сделать. Это зелем, зелье мороза. Держи. Так, ну давайте заторгуемся. Тут плюс 5 даже, ого. Получается 31, по-моему, да? Оп-оп, и все. Готов продать за 31. Что, все что ли? Ладно, тогда на следующий день мы заготовим немножко зелий. Ну, получается, на зельях здоровья, благодаря ступке, мы экономим по одному водоцвету террарию. Давайте спим, пропускаем ночь, так сказать. Идем собирать в саду растения. Идем смотреть, что кому надо. Так. Получается, ему надо зелье здоровья. Держи. Угу. Пошел дождь. Ну, я так понял, ему нужно зелье огненное. Так, сейчас мы тогда быстренько сварганим ему огненное зелье. Ну, надо будет нам что купить? Я даже не знаю, что. У нас вроде все есть. А что такое вообще вот эти грибы? Что-то непонятно. Так, сделали мы зелье огненное. На, забирай. Так, восстановили репутацию до нуля. Так, ну, понятно. Тебе надо зелье целебное, да? Да, правильно. О, грибник пришел, да? Ты же грибник. Только грибные. Так, ну, что могу продать? Странный гриб. А, возьми странный гриб. Так, красный гриб. Коричневый гриб. Ну, кстати, красный гриб может помочь нам сделать огненное потом. Если, типа, может второго уровня сделать. Ну, пока мне ничего не надо. Что там дальше? Раз, у нас гостиница. Так, это... Погоди. Сможет заменить свечи. Нам надо сделать что-нибудь по типу, чтобы свет был, да? Ну, судя по логике, это, скорее всего, зелье света. Вот это надо посмотреть, что такое. Растолочь вот этот гриб. Ну, второй бы грипп такой был.
Так. Если мы сейчас поднимем. Вот так вот все. Будем надеяться, это зелье света. Если это не зелье света, это будет плохо. О, как раз зелье света. Очень хорошо. Вот я, кстати, рецепт не сохранил. А, можно последний рецепт сохранить. Замечательно. Так, дальше. Вчера на меня напали, они хотели сварить. Вы не нашли. Так, лечебное зелье. Вода цвет. Террария. Кидаем. Раз, два, три, четыре. Перемешиваем. И получаем зелье здоровья. И получаем зелье здоровья. Лови. Продаем. А, познакомь. Я местная колдунья ведьма. Если хочешь, ага, теперь. Ну, ведьме, но, честно говоря, ведьме отказать. Ну, не совсем. Вдруг какая-нибудь порча или еще что-нибудь будет. Так что приготовим лучше. Я, скорее всего, я репутацию потеряю. Продаем. Ох, хотя нет, смотрите, репутация не потеряна. Хоть что-то хорошо. Так, идем в сад. Раз, раз, раз. Все забираем. И получаем, что? Первый к нам пришел. Человек с зачарованной бумагой, которая стоит 100. Ну, у меня пока денег не особо нет. Ой, особо нету. Сложновато. Согревающее пиво, это получается этот цвет. Ой, огненный колокольчик. Уже путаю. Нам надо сделать огненное зелье. Готово. Так, надо сделать зелье. Ламба зелье лечения. Террария. Перемешиваем. И готовим. Держи. Ага. При звуках грозы. О, что это? Ух ты ж, ё-моё. Так, ну... Вода цвет. Может быть. Сейчас попробуем сделать. Сейчас, оп, оп.
тут вроде дальше ничего нету. Это энергия. Так, ну-ка. Нет. Все-таки не туда. Блин, надо было сладко перемолоть. Так, ну, будем надеяться, мы правильно движемся. Вот что-то есть. И это зелье сна. Удивительно. Так. Можно наверх попробовать, в принципе. Вот так вот, раз. Вот так вот, два. Из двух грибов получается зелье маны. Угу. Блин, ну ничего нету. Травы. Ну, что это? Ну, два вот таких можно взять. И два таких. Ну, я как раз варил. Так, получается вот это. Террария. Огненный колокольчик. И зелье готово. Так. Лечебное. Лечебное зелье террария. Ванда цвет. Если пойти добавить еще террарию. Можно, наверное, сделать второго уровня. Так, оп. Да, все, второй уровень. И третий уровень популярности. И цветочки в саду забираем. Ух ты, ёба. Я шахтёр, урой, отвёрт. Так, покажи товары. Когда холодный, главное не лизать. Ну, что ж. Ну, тогда вернемся уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Крикер Солёный. Всем пока.